Приветствую вас на моем канале. Давайте еще три населенных пункта посмотрим. Торецк, Щербиновка и Артемово. Так. Торецк, Щербиновка и Артемово. Торецк. Ну, скорее всего, настаивают, чтобы вы уехали. Но, во всяком случае, разные предложения вам поступают. От чего, в общем-то, отказываетесь. И пока в основном, ну, как бы наблюдаете за происходящими событиями, хотя и прилеты возможны. Так, Щербиновка. У вас там очень большая зависимость от транспортных дорог. Будьте, пожалуйста, аккуратны. И автомобильные, и железнодорожные. Вот эта вот связь транспортная, потому что все движение боевой техники, конечно, будет идти где-то в районе вашем. Так, Артемова. Ну, пока стараются сохранять мужество, сохранять свою жизнь. И поэтому с помощью других людей, ну, помогая друг другу, стараются решать эти вопросы. Извините, когда много говорю, начинают связки садиться. Итак. Как сейчас развиваются события? Торецк, Щербиновка, и Артемова. Торецк. Ну, руководство вашего города. Не знаю, кто там сейчас у вас мэр, или это военная какая-то комендатура. Идет к своим определенным целям. Хотя им не просто, но решают различные вопросы. Вполне возможно, если это военные, то, соответственно, они предпринимают разные действия для предстоящих боевых действий. Если это все-таки городская администрация, то я надеюсь, они предпринимают усилия для того, чтобы максимально сохранить город. Щербиновка. У вас вот свой путь для вашего населенного пункта. До конца такой еще непонятный, неизвестный. То есть, может быть, это связано с тем, что вы реально находитесь на очень серьезном таком направлении автомобильных и железнодорожных путей. И вам, судя по всему, туда прилетало. Но, надеюсь, больше по административным зданиям. А насчет скрытой информации, все-таки максимально предпринимаются усилия для того, чтобы ваш населенный пункт сохранить. Да, вот собирается все по крупицам, но чтобы вот максимально все-таки для мирных жителей была, ну, такая благоприятная обстановка. Артемова. Ух ты. Ну, вам приходится уже отстаивать определенные свои границы. И, соответственно, для многих людей это очень стрессовая ситуация. Причем события вообще будут развиваться у вас довольно-таки быстро. Очень быстро. Но придется очень многое пересматривать и в своей жизни, и внутри себя. Искать, ну, какую-то другую опору.
Но сейчас вот такое вот время, когда у вас все очень быстро будет развиваться. Так, как будут складываться дела у вас до 15 августа? Торецк. Щербиновка. И Артемовск. Артемова, извините. Торецк. Многое из того, что планировалось и мечталось, окажется иллюзией. Ситуация покажет, что на самом деле дела складываются совершенно по-другому. Не так, как мечталось или думалось кому-то, да? Вот. И для этого время уже практически наступило. Либо вот-вот-вот наступит для перемен. Щербиновка. Ну, у вас прикрывает ваш населенный пункт, скорее всего, женщина силы. Я надеюсь, в положительном для населенного пункта аспекте. А так, конечно, будет очень много переживаний вот до середины августа. Может быть, где-то разочарование, для кого-то вообще это может быть как трагедия. Возможны прилеты. Ну и, соответственно, конечно, развитие боевых действий. Так, Артемова. Вам придется, ну, много прилагать усилий для того, чтобы сохранить и свои собственные жизни, и имущество, и населенный пункт. Вот. И будет такое время благоприятное именно для военных в вашем районе. Кто это может быть, я не знаю, но для развития военных событий будет благоприятное время. Сейчас мы посмотрим, для кого. Как будут развиваться события для ВСУ в ваших районах? Ну, в населенных пунктах. В районах ваших населенных пунктов. Торецк до 15 августа. Щербиновка. И Артемова. Торецк. Для подразделений ВСУ, которые будут находиться или находятся в вашем городе, будет серьезной проблемой разрушение обеспечения. Это может быть и в плане информации связи, и в плане продуктов, боеприпасов. Вот с этим будут проблемы. И, конечно, подразделения, которые там у вас находятся, они все очень сильно устали. Всем им надоело. Скорее всего, их переводили откуда-то, либо они как отступающие подразделения были. Вот. И для каких-то боевых действий, ну, желания никакого нет. Хочется все-таки сохранить свою жизнь. Потому что очень страшно, очень страшно. Вот очень все-таки хочется остаться в живых, но для многих это окажется всего лишь иллюзией. К сожалению или к счастью, ну кому как, будет дан приказ действовать, и подразделение будет уходить из города. А соответственно, это говорит о том, что
будут серьезные потери нести. Будут ожидать помощь, но при этом и будут договариваться о сдаче. То есть кто-то уйдет, а кто-то будет сдаваться в плен. Щербиновка. Ну, будут ВСУ защищаться в вашем районе, предпринимать такие серьезные очень действия, четко будут стараться планировать и отслеживать. И смотрите, очень будьте внимательны, если вас куда-то будут приглашать, что якобы там безопасно. Я не знаю, что это может быть в вашем районе, но старайтесь не поддаваться, чтобы не попасть в ловушку. И постараются манипулировать российскими войсками, когда у них в заложниках есть гражданские, чтобы спасти свои собственные жизни. И они очень будут сильно зависеть от дорог, железнодорожных и автомобильных в вашем районе. Ну, конечно, эмоции будут бить через край, чуть ли не до истерики. Стараться будут достигнуть цели, только что какая это цель? Придумывать разные варианты. Ну, в принципе, цель будет спасти собственные жизни. И вот они для этого будут использовать все, что только возможно. Так. Артёмова. Они будут считать, что у них все довольно-таки стабильно, все четко, все распланировано, все продумано, все действия. И вдруг неожиданно окажется, что они вот этот контроль весь начинают терять, что откуда ни возьмись, появилась союзная армия, и станет очень страшно. Будут думать, что можно в этой ситуации предпринять. Но то, что они предпримут, окажется, в принципе, катастрофической ситуацией, они попадут в плен. Да. Попадут в плен. Ну, а остальные будут добивать обстрелы воздушные. Придется очень многим менять свои планы, свои действия. И в результате окажется в ловушке, из которой будет очень тяжело выбираться. Поэтому, скорее всего, что будет серьезный момент, когда подразделения будут сдаваться в плен. Давайте посмотрим, как для российской армии будут складываться и армии ЛДНР дела в ваших районах. Район Торецкая и город Торецк, Щербиновка. Артёмова. Торецк. Какие-то планы придется менять по ходу происходящих событий армии.
То есть будет складываться не совсем так, как хотелось бы, но при этом основная задача – это максимально сохранить свои подразделения, то есть сохранить ребят, и максимально сохранить жителей города. И вот тут, конечно, будет довольно-таки сложно. Придется предпринимать какие-то действия, менять планы. Но все равно город уйдет под контроль ЛДНР. Так, Щербиновка. Ну, опять же, ваш вот район Щербиновки, Щербиновка сама, они уйдут тоже под контроль ЛДНР. Но будут, конечно, ребята и погибшие, и раненые, о чем будут многие переживать, ребята военнослужащие. Но все равно это будет все проводиться и действовать все очень слаженно, под определенным, под командованием, скорее всего, одного командира. То есть это будет одно подразделение, которое будет действовать и в результате придет к своей цели и получит то, что нужно. Будет тяжело то, что придется отбивать и воздушные атаки. На помощь придет еще кто-то им, еще придет подразделение. И это будет очень неожиданно и, скорее всего, как сказать сейчас, с другой стороны, откуда не ждали, так скажем. Вот. Будут предприниматься и рискованные действия для ребят именно. Много придется придумывать, но вопрос все равно будет решен. Так, Артемовым. Ну, в вашем районе тоже будут совместные действия, друг другу будут помогать и российская армия, и ЛДНР, то есть подразделения будут совместно действовать. Возможно, будут ранены, и ребята будут восстанавливаться потом вот у вас в Артемово, и населенный пункт будет постепенно зачищаться. Это вот карта идет очищение. Ну, хотите очищать, будут от ВСУ. А как действовать? Будет видно, когда подойдут к вашему населенному пункту. Ну, ребятам придется очень сильно потрудиться, чтобы, знаете, как из событий вот в Артемово выйдут совершенно другими людьми. Но все равно закончится благополучно. Хотя и потери могут быть. Но потом вот и раненые могут восстанавливаться в вашем районе. Так. Какие есть опасности для города Торецк, Щербиновки и Артемова? Торецк. Максимально город удастся сохранить, во всяком случае, жителей. Главное, чтобы не совершали необдуманных действий. Но при этом и высшие силы защищают город. Щербиновка. Ну, может быть, опасность только в том, что не торопясь будут развиваться события, но при этом еще и будет довольно-таки жарко в городе, в районе. Но все равно максимально все пройдет благополучно. И Артемовым. Будьте аккуратны, возможны пожары. А так, страхи. Страшно всем. И возможен обман, связанный с транспортными сообщениями. Может
показаться, что периодически будет такая ситуация, когда боевые действия вроде бы стихли, и вдруг неожиданно как возобновляются, когда находят подразделение, которое пряталось где-то, да, то действия могут возобновляться. Поэтому тоже будьте аккуратны, дождитесь, пока совсем все стихнет, или вы услышите чеченское наречие или это самое «Слава России». Вот тогда можно выходить на другие возгласы, старайтесь не реагировать. Вот такой расклад получился для города Торецк, Щербиновки и Артемова. Желаю вам, чтобы все как можно быстрее закончилось, потому что там это все вообще у вас чуть ли не на околице находится. Все, события уже начинают развиваться. Вот, во всяком случае, Торецк. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч.